Друзья, у вашего онлайн-форума замечательное название. Только в русском языке встречаются такие емкие слова «книжник». Книжник – это ведь и тот, кто издает, и тот, кто продает, кто выдает. Исследователи, филологи, библиофилы, читатели увлеченные – все это книжники. Все мы немножко книжники, и каждый из нас по-своему книжник. Совершенно замечательно, что ваш первый онлайн-форум проходит в день библиотек общероссийский, да еще и в юбилейный день библиотек, потому что эта дата появилась в нашем календаре 25 лет назад. И еще один юбилей. Сегодня мы все отмечаем. Это юбилей Российской национальной библиотеки, только она еще на 200 лет старше. И с этой замечательной датой я, конечно, хочу сердечно и искренне от души поздравить коллектив библиотеки и ее руководство. Когда-то Пушкин в письме Вяземскому с надеждой написал, что люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России. Вот это, наверное, та самая надежда, которая у нас умирает последней. И в свою очередь сейчас момент кризиса, выхода из кризиса, а кризис – это всегда не только пора испытаний, но и время новых возможностей. Мы надеемся, что России в ближайшее время понадобятся люди развитые, свободно мыслящие, увлеченные, любознательные, то есть люди, которые умеют читать и уважают печатное слово. Комитет Государственной Думы по культуре тесно сотрудничает с Российским книжным союзом, и за это сотрудничество мы хотим сказать особое спасибо. Мы находимся в постоянном, дружеском и рабочем контакте с библиотечным сообществом страны, сообществом, состоящим из настоящих подвижников, энтузиастов своего дела, и каждому из этих людей хочется поклониться отдельно. Мы всегда выступаем против непродуманной оптимизации библиотечной системы. Кроме того, наш комитет считает, что книжные магазины не могут и не должны считаться исключительно объектом коммерции, потому что вокруг каждого такого магазина формируется особая аура, чрезвычайно благоприятная для города. Именно поэтому мною недавно внесен в Государственную Думу законопроект, согласно которому книготорговля относится к социальному предпринимательству. Если этот законопроект будет принят и станет законом, то книжные магазины, относящиеся к малому и к среднему бизнесу, получат целый ряд преференций. И я надеюсь, что таких магазинов в стране станет больше. Сейчас их, конечно, ничтожно мало. Еще одно направление нашей работы, в котором нас активно поддерживают российские книжники, это борьба с избыточной возрастной маркировкой произведений литературы и искусства. Я считаю оскорблением для русской культуры то, что почти вся лучшая мировая, российская, отечественная классика считается у нас закрытой до 16 лет, продается и выдается только после 16 лет. И то, что «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова, например, «Тихий Дон», продается в наших книжных магазинах закатанным в целлофан с указанием 18+. Я глубоко убеждена, что гораздо вреднее не читать Шолохова, нежели прочесть его со всеми словами, которые есть в «Тихом Доне». Вообще, гораздо вреднее не читать, чем читать. Я думаю, что эта простая формула могла бы стать девизом любого собрания книжников. Еще раз поздравляю вас с профессиональными праздниками. Желаю вам плодотворной, конкретной работы. И хочу еще раз напомнить, что Комитет Государственной Думы по культуре всегда рад сотрудничать с российскими книжниками.